Спорт умер. Все молчат просто. Как называется герус полудось? Рыбу кушать. Адель, первый начнешь. Я тебе за 12 секунд до редкой дам кап. Дайте хлопок. Короче, на полном. Я тебе дал ассист, я же сказал, давай. Все, давай. Две споры там, главное, ултоните. Я метки не ставил. Дальше ох. Ты далеко белый стоишь. Все, да. Вторую частицу на него тоже ебаните. Сейчас его бить будет посильнее. Каплю. Забираем. Все просто бейте босса на спорту. Блять, в миликах-то, блядь. Похуй. Прохилить. Дай сокруглю. И поясочек, и ботиночки. Ты типа не делаешь шмот или что? Нет, я просто реально. Нет. А, ты просто варишь? Нет, я просто вижу, что хорошая будет падать. Ну просто, типа, у меня лут как на группу получилось, я чуть-чуть, я не знаю. Тоже так всегда. Нет. Я просто комментирую, да. Писы. Когда мейн стоит, поясочек упал и ботинки упали.
Не знаю, блядь, всегда, когда я водил рейды, блядь, почти всегда, ладно. Всегда ставил свою руку. Так быстрее. Я каждую неделю с тобой, Кирилл, сажу, первый раз ты похудеешь. Ну, это первый раз только ты видишь, остальные все привыкли уже. Я лаха. Видимо, я только тебя. Я всегда тоже хотел, чтобы всегда тоже за группу там, потому что так красиво. Фоточки падают, все сразу видят, что упало. Кто там? Адель, ты можно босса и воет слизни, получается. Или наоборот, как вы хотите. Да, да, но у него агро больше. На него, ДКшки. Все, встали все на исходные, давай отчет. Ой, блядь, побить босса, я дохаваю по-быстрому. Отличные новости, народ! Я починил трубы, для подачи ядовитой слизи! Репочка, вонючка! Отличные новости, народ! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Починил трубы для подачи ядовитой слизи. Репочка, вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Так, сколько там стаков? 3. К следующему не своди. Слышь, Вой? Угу. Блять. Ушли с центра, ушли с подбосса, быстрее, ушли. Дай сокру. Подбосса встали, добили. Ебать, слизень ебаный, слизня, надо бить. Слизня, все развернулись, Да, все, развернулись, слизни. Бьем слизень. Все, нахуй, никто не побежал. Кто там стоит? Синджура, нахуй. Что, голове залагало? Походу. Фонарь, ты тут? Съебал. Можешь встать, мы тебя сумолим.
Иди там блок какой-нибудь. Да ладно, все поднимаю. Поднимем. Ну что поднимем? Блин, так долго, блядь. Ну, первые выпадут, а вторые по ДБМ уже будут. Ничего страшного. Милики ж там не нубы, отбегут. Ну, так чё стоим? Да. Или всех покинуть? Не знаю, чё отлично. Так, рыбу хавать. Уйдите с рыбы, пожалуйста. На РДД стоите кучно в одном фрейме, уж пельмени летели в одну сторону, напоминаю. Что у тебя там случилось, Валера? Давай заходи быстрее. Торчи на бомбах. У меня у одного вой дергается, или это у всех лагает? Все, можешь давать отчет. Что ты делаешь? Он лужи еще не по... нету. Положи. Последнюю поехали. Сейчас жди Адель, когда он колбы кинет. Подальше желательно, чтобы стоял. Потом босс сразу подводит. Все, веди. Все, хорош, хорош, хорош. Аккуратно, пельмени сейчас будут. Пельмени отошли. Что-то один только пельмень вылет. Хорошо, колбы отошли.
РДД красную бить. Отводи, колбы скоро будут, пельмени пошли. На один пельмень почему-то летит, странно. Ладно. Пофиксили, походу, что-то там не то. Писали, писали же на профи какие-то изменения. Это что-то типа такой нерв, что ли? Одна, один пельмень. Колба сейчас будет, готовьтесь, миленький. Скоро он вообще стоять будет, не двигаться. Пельмени отошли, два, он прилетел. Бред какой-то. По зеленому поехали. К луже, дай сокру. Блю. Кто там, блять, Мирай, нахуй, вагон, блять. Акихира была. И Сенжура еще, блять. Ты там стоишь. Колба сейчас будет, пельмени отошли. Блять. Раньше отводи после. Говорю, не там стоишь. РДД, РДД красного бить, лужи вышли. Ребят, если я говорю лужи вышли, значит вы сразу выходите, блять. Вот берет красный слизень, блять, наносит урон, и лужа плюс нахуй. Это может сдохнуть человек, блять. Вот как сейчас чуть не сдох Бен, если бы в него кинулось, колбы готовить. Если бы в него сейчас красный кинул, блять, ты бы умер нахуй. И был бы рекаст еще красного. А у меня призануло на 2 секунды. Поэрить будем или нет, Эрдру? Нет. Лужи вышли. Вышли с лужи быстрее, милики тоже отошли. Пельмени отошли, отошли, РДД, отошли быстрее. Подошли к Сенжуру. Ай, к столу отошли, ёбаные вы вагоны, блядь. Говорю, подошли к Сенжуру, блядь. Впадло, блядь, кому-то там подойти из РДД или что? Или вам всем похуй на эту игру? Уёбки, почему я должен все это озвучивать, нахуй? Когда вы, блядь, начнете думать своей тупой головой, нахуй? Там 70-х. Серый, дай БР по друиду, и друид дашь БР по Сенжуру. Хотя не, лучше по Реслиму дашь. Блядь, залу. И вы еще перевели, нахуй босса били. Вы конченые нахуй или что, блядь? Я успел плюнуть, но лужи не выпиты. Друида нету. Он в лужи встал. 12 секунд. После этого пролетела лужа, после этого он встал. Ой, конченые, сука. Геру, давайте. А хотя похуй, падайте. Зашли в лужу, сдохли нахуй. Обама жмели, в 4 заходи за мной. Не убегай нахуй. Умрите все. Убили, в принципе. Люлька. Давай, Мишель. Я вставай, могу встать на срез. Не заходите в инст, ёбану. Снимай диван, давай мы срез, Юля. Там челики вылетели, шкаф можно сразу ебануть, когда зайдут в игру, можно сумонем сразу. Ты... Рыбу хавать, пупа. Чай с колбасой будет. Ох, не хватает. Короче, ну пол. Приста баф дайте еще.
Хир, что тебе не хватает? Давай, отчет, поехали. Чей ты пьет въебал? Форсмайлерский. А хера твой? Или Эрзов, блядь? Слышь. Раги маловато. По зеленому поехали. $38,000, да? Медлики, значит, будем бегать в рода до зоны. Нонлукс, дай БР по реслин. Перебахните пала потом. Почему 38, мне 0, допустим. Готовьте, сейчас пельмени сразу будут. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут миленькие. РДД кучнее, потом печеньку ставь. Колбы. На миликов мало. Может, кто-то не подошел, хуй его знает. Мне 38 ебал. Отводи сейчас колбу будут. РДД красную бить. Пельмени отошли РДД. Вы уже вышли. Милики в красную свичнулись. Все, милики дальше, босс. Биба, извини. Милики сейчас в РД-зону. Отошли к пельмени, быстрее отошли. Милики в РД-зону. По зеленому поехали. Сын Жура, блядь. Зеленого набивайте. Пельмени отошли. Колбы. РДД красного поехали. Лужа вышли. Мелькие красные свичнулись. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут. Колбы отводи. Блять, я хуею с вас, конечно. Чулы, блять, на хилах. Красавчики просто, нахуй. Мелькие в РДД зону быстрее ушли. В РДД зону. По зеленому поехали. Отойдите от него, отойдите, отойдите, отойдите все. Ну, блядь, ну вы тупорылые нахуй или что? Я не понимаю нахуй. Падайте, блядь. Сука, ебланый конченый, диспальте, нахуй. Диспальте. Кто может диспальте? Куклу, ага. В диван КД, сука. А ЕП за пельмени, типа. Сейчас плюс ноль, нахуй. Ну, сейчас не считается, типа, я стояла. Пельмени. Сейчас, короче. А, сейчас добьем. Так, сейчас Геру быстренько по красному свитчаем. Ох, хуя. Это пиздец, нахуй. Блядь. Ну, легкий будет, нахуй.
Срез 4 минуты еще, когда нахуй. Хотя бы лока резнуть, да? Сейчас меня резнут, я порезаю точечно. Резай тех, кто может резать. Быстрее ведь будем. На каждом зеленом великий бродозон уходит, чтобы я это не озвучивал по 100 раз. Монитор включите, на пельмени смотрите, куда летят. Рыбу хавать. Рычана была. Ну быстрее. Есть инта на семье. Давай, счет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Мы уже вышли. Зону ушли мили. Подошли к чуваку быстрее. Ждем лекарства. Подводи, паров. Готовим сейчас пельмени сразу. Что? Это еще откуда? Пельмени отошли. Ну какую стоите, как, ну, не знаю что. Ретрум Рок Люксор, блядь. Стали кучнее РГД. Это колбы отошли. Рислин надо, блядь, как-то запоминать уже тайминги, чтобы наводить колбы. Бить в ебало. Или отходить за нами. Красный ветер, да. Пельмени отошли. Милики по красному, да? Колба сейчас будет. Куда ты в колбы ведешь? Вот если бы они сейчас появились, нахуй, было бы тебе очень весело, если скажу. Води. Пельмени отошли. Милики в рдзон ушли. Прием. Лужу дай себе кругли быстрее. Лексор, как ты там оказался? Скажи мне, пожалуйста. На холипан. Пельмени отошли колбы.
РДД красную медь. Лужа вышли. Или... Милики в красном, пельмени это шипы. Колба сейчас будет. Колба отошли. Стопнули по боссу. А не, бьем, нормально успеваем. А не, нихуя, стопнули, блядь. Ебало его нахуй. Видите, зеленый, он дотнет. Зеленый, это не опасно. Идем, выйдем. Геру, дадите, не успел плюнуть нахуй, вот изи нахуй. Лексор, да, и бапл, и массакраны. Тихо, пожалуйста. Отошли мили в РД-зону. Лексор, бабл, массакран. Прямо сейчас жми, пожалуйста. Акихира, блин, назад дай. Нет, не умеет он такого делать, ладно. Что вы там делали прямо под зеленым? Конченые, сука, нахуй! Пидорасы, блядь! Вы не можете отойти или что, нахуй? Сколько, блядь, можно уже, нахуй? Хули вы там стоите под ним, нахуй? Батя, наверное. Бентли, вставай сам. Сука, ебаный, нахуй. Спейси, дай СС повересли. Колбы отводи. Охуенно. Пельмени отошли. Лужа. Сука, РДД, станьте в кучу, гандоны нахуй. Сколько раз вам повторять, блядь? Почему и, сука, голос должен повышать, нахуй? Давай диван почьё, Реслим. Ну? Диван будет? КД пишет, КД. Другой кто-то. Клю, диван, почьё. Колбы отводи. Ай, давай, падайте нахуй. Ебланы нахуй. А ты что за хуйня? Своими. Существа тупорылые нахуй. Закройте ебало, пожалуйста. Существа тупорылые. Когда зеленый делает рекаст, нахуй, вы должны от него отойти, нахуй. Если вас не откинуло, блядь. Вы все время должны бить его в ебало, нахуй. Не стоять ни сзади, ни спереди, ни справа, нахуй. Чтоб он вас откидывал назад, нахуй. Кто не понял, нахуй, я сейчас кикну просто нахуй еще с гильдии. Еще раз эту хуйню вижу, блядь. Заебали, нахуй. Если тупорылые, нахуй, идите, блядь, вон. No to sleep, нахуй, гильдия, блядь. Хорошая, нахуй. Поменялось нахуй 5-6 человек нахуй, эти 5-6 человек тянут на дно нахуй. Бля, не понимаю смысла играть, когда тебя выкидывают, блядь, 5 раз нахуй за это, за одно РТ. Пиздец. Где ты так хер опять? Выкинула? Пошел он нахуй, блядь. Всем привет. Здорово. Да, а у кого вне категории? Оп. Ебать, ты крут. И вот ты сейчас, кстати, Данилка, ты сейчас вот масло в огонь подливаешь конкретно. Что такое? Не, слушай, я не знал того факта, что он во второе окно собирает маги грул, это совсем неуважение, нахуй, это поебень. Это рофл, это рофл. А, да? Это же сайт кто-нибудь.
Закройте рот, пожалуйста. Спасибо. Ё. Дайте десерт. Спасибо. Рыбу хавайте, фулба в порядке. Какое во второе окно? Вы чё, рофлите? А чё, давай. На условность-то. Блядь. Лужи вышли. Отошли в арт-зону меню. Ждем рекаст. Уже видите, добейте зеленого. Кого сейчас будут миники? Кого? Это пошли пельмени. Лужи две, там еще города полетели. Города красные, видите. Милики в красном поехали. Пельмени отошли. Кучнее стали. Лужи вышли. Лужи вышли. Мили в родовую зону. Зеленым поехали. Глюса крудай. Отошли от зеленого. Идем рекаст. Сдвиньтесь, там пельмени летят. Лужи вышли. РДД красный бить. Для меня отошли. Сколбы сейчас. Охуенно ты бланш повел, конечно. Ладно, я рада соло играть. Куда отошли. Стопнули ДПС по профу, никто не бьет, стопнули. Убрали нахуй, блять, от клавиатуры руки свои. Питов уберите, пельмени отошли. Ну, блядь, на 37% нахуй сказал стоп. Ну почему вы, блядь, докастываете? Ну, блядь, ну если стоп, нахуй, ну значит стоп, нахуй. Ну почему вы такие мрази? Объясните мне, нахуй. Там 37 ебаных процентов. Там не, нас, там не дотикало дотами, нахуй. Ну никак, блядь, 2% нахуй. Сука. Да, мусок. Животное, нахуй. Батя СС по люксору, дай.
Оба. Пельмени отошли. Вернулись обратно, РТД. Добро. Лексор, диван по... Чуё? Отводи лужи. Спейси СС по углю. Пельмени. Полба. А ДПС выйдет какой-то потом погулять? Ну вообще его не намажем, такое чувство. Отведи его дальше к стене. Лужи вышли. Че, кто поводит? Пельмени отошли. Глю, давай диван, поводу. Колба сейчас будут. Готовьтесь мне. Колба. Лужи вышли. Пельмени отошли. Дальше веди. Веди, веди, веди. Все, хорош, около двери оставь. РДД дальше отойдите. Люксор, дай сокру. Сейчас пельмени будут, колбу. Пельмени. ГЦ будет. Полбой, да? Она была в первом и в третьем трае. Ага, блядь, ну да. Люксор, мы от лута отказываемся, если что. Этот... Только токены, я сказал, что не видел. Ну так я, печеньку и нидил. Распылил пояс, нахуй. Окей, нахуй. Хорошо. Андрею сказал нидить, блядь. Похую, нахуй, человек. Чё? Ну, за пояс, сорян. Я думал, за нидили. Крестик надо нажимать, крестик там есть, кнопочка такая. А ему минусануть тоже не хочешь по справедливости, что он распылил её? Нет? А или только... Ну, нит как бы не, блядь, он приоритетнее, чем распылить. Ну, а что ты не нажал, это слотов нет? Ну, блядь, может, потому что я тебе с самого начала он ставил, в прошлый раз говорил, понить, пожалуйста, кто бы... Я точно так же ошибся, как и он, по сути, но я минус получил. Я не против получить минус, но ты ставил получил. Ну окей, если это так важно, окей. Да, да. Там танки в контроле, сейчас мы упадем на трэши. Я получил минус 500 за помогите шмотку, которая стоит, блядь. Пацаны, мобов пофиляйте. Поиграйте по сейвове, а то сейчас упадем еще. Так бы колба выпала. Её бы просто распилили. Просто не так часто их нидую, чтобы я мог вот так, ну, на автомате нидать. Ну, вам надо отказываться, я не знаю, зачем он распылить нажал. Да. Бля, так-то не только я один распылить нажал, если что. А мне кажется ли у вас слот есть свободный, или ты забагал? Нахуя на боешку вообще распылить нажимать, бля, что у вас в голове должно быть? Давай посмотрим, не, реально. А кто ещё нажал распылить? Закройте рот, пожалуйста. Закройте, пожалуйста, рот, еще раз говорю. Спасибо, нах. Саманем, может? Ставь как? Ну, ставлю, все убежали. Стой, только ты распылить нажал. А Реслин еще? Хочешь, я скину? Не откажусь, он нажал.
Они распыли. Посмотри хорошо. Ну окей, окей, хорошо. Хорошо, хорошо. Не-не, ничего, Арисин. Извини. Да я вижу все. Второго тактики шаг. Бать страшно. Слушай, у меня такое предложение. Давай я эту боешку верну, даже в ее виде, если это понятно. Ты мне и мы. Да блять, ты понимаешь, да мне похуй, но на эту голду с этой боешки или еще что-то. Вот само отношение уже заебало. Я как долбоеб повторяю одно и то же по 10 раз. То же самое на профи. Да я понимаю, что это не специально. Ну просто пойми ты меня тоже. Я как дурачок, нахуй, повторяю одно и то же, нахуй. Сначала на профи, блядь, потом и сейчас еще и это нахуй. Ну, уже просто это калит, нахуй. Блин, ну за шмотку, которая стоит там, дай бог, 1010, наверное, блядь, давай нахуй 700 лютенов. Типа, давай лучше верну, даже я всол эту шмотку, на том, блядь. Да не надо мне это голдать, еще раз говорю. Мне само отношение заебало уже. Там принцип, да, но, блядь, я ж тоже шмотки что часто собираю, что ли, в рейде. Ну сам посуди. Типа я автоматом отказываюсь тоже, реально. Просто на автомате уже. Потому что месяцам не Что ты на ком этот самый? Бланш, бланш, хисяк, вак на кинетике. Да пусть хисяк, вак подбьет, я хочу. Окей, хорошо, хорошо. Мне без разницы. Двоих на Вайдан включи. Да, я, у тебя больше, две босс. Каски друидом, блин. Давайте фулбафер, еще на фул, и поехали. Талдорама на пулице то да или похую ну кого можешь на пулице типа принуть по Вуланара тогда набирай сам похую еще раз да, да. Я ДД комплект одел там заебись должен. Давай еще раз килшотом можем. Лунар,
дыру сейчас заклеивай. Глю, по-моему, завис, на месте бежит. А, все, выкинула. Ничего страшного. Я эту подниму. Эй, бейте, бейте РДД там нахуй, еще вихрь в пизду. Милики, ждите, он пока Талдарам откроется. Бейте, ну вот я поднял. Кринж у нас. Кринж, не бей вас вообще. Просто напугался. Бей. Слышь, не бей. По Талдраму играть. Отведи вихрь там. Геру давайте. Я луну подниму сзади. И с этим сейчас он, наверное, падает, я этим не иду. Куда? Вихрь еще отводи. А, блядь, не увидел. Ну, смотри как бы за этим. Ты не АФК босс, где ты стоишь, танчишь. Можно минутку отойти? Можно. Это биск. Зорта падает, кстати. Ах ты, какая язва. Не знал, что на X4 зорта тоже добавит отдельно. И и собирает рейд на него безжалостно. Угу. Ну что, как, кстати, босс сложно? Я охуел просто. Просто пиздец. А быстро убили там, ну или как? Пятого. Ну ты прикинь, залетает чел, мне ничего никто не объяснял, блять. Я просто забил себе в Storm Event, хиллбот по видосику по одному. И он такой сразу, типа, дерби, ну бьем, блядь. Там пиздец, ДЦ, что надо делать. Ну вообще. То есть я там на ДК пойду. Не, на ДК, ну говорят просто, типа. Типа на милике говорят просто. Миликов, да, в дву... Миликов, дуратари, кабанчиков, нахуй. Оставляют, охраняют. Запотел, небось, да? Кто? Вот ты, блять, кто? Я вообще охуел, Эдик, мне сразу в душ пошел, кто только убили. Потом мужику отдавать. Я тебе серьезно говорю. Да, там... А, да, там, подожди, еще купол ставил, я понял. Нет, там не, там не так просто, типа, щитки накидывают. А, ну, ну и... тогда, еще пинанс надо нажать, там раз, сколько-то. Не. Там очень много работы. Да. Mm. Я работал. Работал, блядь. Более, я, блядь, уже тут привык нахуй три дотки жать. Да. А там-то ебать посерьезнее все. А четвертое добавляется, блядь. Серьезно? У меня там тоже Т4, не знаю. На ШП.
Это 4 там на ШП? На ШП, да. Ой, блядь. Встань там, стунти, хуй знает. Палка у тебя есть, подожди. Да? Дайте стан тактику. Мне на ДЦ палку сделали. Не на твинка. Кринж? Кстати, мне у жидотки же первую палку делали, да? Нахуй там без креста. А, без креста где-то этот... курит. В сторонке? Давайте ускоряемся. Ты как тебе дотка трэш ебашит? Ну как же он старается? 11 надо успеть еще раз прокрыть. В натуре. И бегать в этот. В тот убежку будет. А че сегодня так мало народу пришло? Почему? Не знаю, лето как бы отдыхают, может, люди. Либо подумали, что может я забью хуй. Ну, наверное, да, потому что ты писал, что до пятницы, и чел такие, ну все, блядь, выключай диск до пятницы. Потому что я помню всегда, типа, ну, приходят чуваки. О, это там, отказываемся, отказываемся. Второго рейда такие, о, сегодня РТ, первый рейд. Сегодня как-то не так. Рыбухать. Бебы ресницы и мать, пожалуйста. Мне кажется, надо хуличу укус отдать. Поставь шкаф. Тысяч чем-то вот стоит, ну, с этого и плечи. Не понял, Юрка, это что такое? Может чуть больше, где-то 6-400, такой может. Или займи 200 будет. Фулбан быстрее дали. Сука, я сходил сегодня в аптеку, я охуел.